Депутаты законодательного собрания сегодня приняли бюджет Омской области на 2015 год. Итак, доходы региона в следующем году составят 68 миллиардов 200 миллионов рублей, а вот расходы 73 миллиарда 600 миллионов рублей, то есть 5,5 миллиардов дефицит бюджета. Отрицательно на него повлияли нестабильность кредитного рынка и рост процентных ставок. Депутаты подвели итоги и поделились с нашей съемочной группой ожиданиями наступающего года. Год можно сравнить с горками. Есть американские горки, но я думаю, что сибирские или там российские горки, они покруче. Наверное, нужно будет адаптироваться, в том числе и бюджету. Например, изменилась процентная ставка. Это значит, что кредиты в банках привлечь будет проблематично. Значит, нужно быть еще более экономным. А год непростой, год тяжелый. Особенно финиш, который там вся страна отметила. И вопрос даже не в том, что валюта очень сильно там скакала и волатильность рынка была очень высокая. Но просто в том, что действительно динамика не та, которую мы ожидали как предпринимательское сообщество. 2015 год ожидаем с настороженностью и беспокоит, безусловно, те возможности кредитования, которые на сегодня обозначены нашими основными игроками банка. В любом случае жить надо, надо смотреть в будущее с оптимизмом, хотя на самом деле те проблемы, которые мы сейчас испытываем, они возникли не одномоментно. Это вот результат неправильных решений на протяжении многих последних лет. Необходимо менять систему взаимодействия центра и регионов, потому что абсолютно несправедливо, когда мы здесь последние крохи пытаемся делить, когда бюджет верстаем. Ну а в городе Москва там газоны по 3 раза в год перестилают. Это необходимо менять, это несправедливо.